Всем привет! У нас сегодня не посчитайте за пародию на тех, кто любит открывать разные закупки, посылки с разных сайтов. Это наша работа, а Лера мне помогает. Но Лера тут уже пошуршала, хихикает, стоит. Наставляла себе и дневник, ручки с приколами. В общем, вот такая красота у нас пришла. Покажем. Это гелевая ручка. Единорожки. Такая классная. Пенальчики. Такие с единорожками. Лера себе вот так... нет, это Лера не вставляла. Вот такой дневник интересный. Прикольный. И вот такой вот Лера оставила себе. Не из-за цвета, а из-за того, что у него вложение. Сейчас, Лер, ты мне полистаешь, откроешь. И вот, смотрите, подожди. В конце. Ой, все. Год закончился. Открой, там справочник какой интересный. Сейчас я фокус поставлю. В общем, не дневник, а шпаргалка. Телефон просто снимает. Ничего не видно, жалко. В общем, шпаргалка по всем предметам. Очень удобно. Что у нас там еще? Ну, пенал мы уже показали. Ага, ручка в форме. Ручка в форме заколки. Это ручка. Так, и еще ручка в форме фонарика. Это мы уже... Ага, светит. Только в телефон не свети, не надо. На дневник свети, он черный, видно будет. Да. В общем, работает все. Это мы уже готовимся потихонечку к 1 сентября. Закупаем, чтобы в отделе были канцтовары. Вот у нас дневники пришли, пеналы, ручки, чтобы на уроках поиграть. И ручки, которыми писать, а не играть. Там тонкая линия письма и всякие разные другие хорошие. Ну, на этом наша распаковка нашей посылки мы закончим. А так у нас коробок, конечно, много. Уже смеялись. Я говорю, Лер, давай сделаем обзор посылочки из 10 коробок. В общем, всем хорошего настроения.